Лига Betrayal закончилась, следующая лига будет Synthesis. Она там через 3 дня начинается. Пришло время для гайда. Это мой персонаж 79 уровня, Custom Creed. Он у меня рипнулся, собственно говоря, на 79-м. Я играл, ну, играю на ХК. Этот персонаж был на Betrayal ХК. Собственно говоря, создан, ну, времени не было, то есть я сразу на него гайд не делал. Сразу скажу, в чем суть, то есть у меня денег не было, и он очень бюджетный, то есть hits can be evaded, вот этот, это уникальный клоу. Ornament of the East он где-то алхимку стоил или две. Вот этот армор, ну это я сам придумал, одеть его на мом. Он где-то 7 хаосов, кажется, или 8-6, вот где-то так. И вот этот чит я закупал, ну он тоже дешевый, там пару хаосов. Старконья хэт, это я выбил. Я одел. То есть это очень бюджетно. Я не знаю, это дешевле 10 хаосов стоит, получается, да? Все мое вот это. Перчи тоже выбивал, но они дешевые, насколько я помню. Вот, то есть никаких тут дорогих шмоток. То есть это чисто вот бюджетно. На стандарте покажу, потому что лига, как я сказал, уже закончилась. Вот это инфест отвали. Видите, у меня карты старые. Я играю уже, ну, с лиги сущностей. То есть тут карты старые, когда бич в тир-2 была. Видите. Flooded Mine тир-3. Desert тир-1 была. Вот. Давайте покажу. Тир-8. Это очень сильный герой, то есть сразу скажу, это ассасин, Shadow, потому выживаемость, это не его сильная сторона. То есть 4600 хп и там 1500 маны мома. Ну это у меня еще кларити подключено, вот. Но урон тут охеренный, то есть я респектнулся в Custom Creed где-то на 60 уровне, когда на кровавый акведук пришел. В 9 акте, вот. И я охерел, то есть урона прям очень много. Персонаж прям в этом плане сильный, но вот насчет выживаемости. Плюс я там в толпу мобов влетел. Насколько я помню, вот. Че у меня тут какие-то профиси. Видите, красиво. Сильно. Но опять же, тут от прока критов зависит. Вот этот метеор, это от щита падает. Метеор, это от щита. Я ассасина почему выбрал? Потому что это дешевый источник критов. Ну, как мне кажется. Поэтому ассасин. Конечно, если бы у меня коспри был, то там бы другие скиллы юзаются, по идее. Но это такой бомжатский вариант. Валарк тут используется для дополнительного урона. Охеренный билд, он приятный. То есть у него ноль выживаемости, к сожалению, но он приятный. Интересно, приятно играть. Билд очень приятный. Пиздец, мана выжигается. Охренеть. Я еще раньше юзал Blood Rage, но потом понял, что Blood Rage просто выжигает мою ману. То есть
Blood Rage тут юзать не вариант. Да. Охренеть. Что это вообще? Чё это, лол? Я просто убил босса на этой карте, и у меня 100 тысяч чивок сразу. Ну, видите, я на стандарте никогда не играл особо. То есть вот только для роликов. Охренеть. Сразу 100 тысяч чивок. Типа у меня карты открылись вплоть до той, которую я сейчас прошел. Ну это, наверное, баг, это, наверное, не должно так выглядеть на самом деле. Ну, кстати, моя убежка, но ее вроде все видели, да, мою убежку. Я короче, никогда вот тут... я видел, как некоторые стэш разбирают. Я никогда этого не делал, то есть у него вообще похер. Зачем мне разбирать стэш на стандарте, если я на нем не играю, правильно? Типа вообще похер. Тут прям есть раритетные вещи, которые я использовал, когда там, не знаю, год назад играл. Можно что-то повалить, попробовать. Но тут ничего повалить. То есть тут супер дорогого чего-то нет. На самом деле. Да. Что-то прям крутое, дорогое, я, по сути, его сразу использую. Тут, по сути, если что-то есть, то только мусор. Ну, типа, есть валки, вот. Докатился, то есть даже нечего, в принципе. Ну да. Я не знаю, что сейчас можно завалить даже. Ничего нет. А, ну, окей. Вот, вот это, например. Ничего. Ладно, я назад одену. Может, кто-то захочет посмотреть. Blade Flurry используется... Ну, арк ясно почему, потому что это сильный скилл, хороший. А Blade Flurry... Ну, Blade Flurry, он, потому что, по идее, он быстро кастуется. То есть у него... Ой, я имею в виду, скорость атаки высокая у скилла. Тут же скорость атаки нужна. Вот. Сейчас ищу, что бы завалить-то. Может, джевелы какие-то завалить. Вот такой взято у меня фейс акробатикс, конечно же. Ноды на заряды энергии. И вот тут нот на урона чарза заряд. Я, кстати, удивлен, что у меня 4600 хп. Мне кажется, больше должно быть. Типа у меня хп много в дереве. Ну, как мне кажется. И на джевелах хп. То, что у меня на арморе просто хп нет. И на перчатках хп нет. Так, я думаю, в принципе, 5к можно было бы хп добить. Даже больше. Я не помню, в какой очередности я брал вот тут пассивки в лабе. Не могу сказать. Даже до уберлаба так и не дошел. Ну, в уберке я бы вот это взял, очевидно. Вот вот эти два нодика. Deadly Infusion. Infusion. В принципе, очевидно. Хотя хрен знает, какие там еще ноды. Poison. Кстати, я не знаю, может быть, Noxious Strike. Можно было бы даже взять, типа, почему нет. Ну, не знаю. К сожалению, персонаж долго не прожил. Я там влетел в толпу мобов. За синдикатом гнался. Влетел в толпу мобов. Хороший скилл
Верлин Блейдс тоже вот скорость атаки высокая. Я еще ослепление на него поставил. Блайнд суппорт. Юзал Blood Rage, но Blood Rage ману выжигает сильно, как я сказал. Там Blood Rage вообще не варик был. Я даже ноды специально навзял, вот типа мана за убийство. Но все равно там очень сильно мана вжигалась. Ну, персонаж мне вообще на самом деле понравился. То есть, если бы я делал такого же, то не знаю, наверное, так же бы его и собирал. Вот насчет армора только надо подумать. Наверное, все-таки Лорвив какой-то получше бы был. Да. Ну ладно. Как-то так. Красиво, кстати, персонаж выглядит. Почти на него никаких микротранзакций не одевал. Выглядит персонаж красиво.